Ну что, товарищи, на Ахтубу? На Ахтубу. Да, мы на Ахтубу. Дорогу подскажете? Сейчас прямо и направо. Все хорошо. Отлично, отдыхается? Да, отдыхает отлично. Первый день, а мы уже с рыбой? Первый день, да. Первый день, а мы уже с пивом. Уже с пивом, с рыбой, с вобовой. Повис. Мелочь какая-то. Да я тебе говорю, просто пипец. Мелочь. Криминал. Это пойдет домой жить. Ну, уголек опять. Ай, тебе глаз. Так, шипы свои заверни нахрен. Ну вот, видишь, уголек опять меня спас. Ну что, друзья мои, мы на Ахтубе, первый выход. Мы с Андрюхой. Андрюх, скажи всем привет. Всем привет. Вечерняя рыбалочка, первый выход. Пробуем сейчас половить судачка. Пока сильно по трофеям мы не ударяемся. Мы пытаемся найти места, стоянки его, и потом уже переходить к трофейной ловле. Сейчас у нас было там пару поклевок, один вообще там маленький дрыщ. Вот. Поклевки сейчас основная масса были это на уголек. Будем сейчас пробовать искать места стоянки. Сейчас поедем немножко в другое место, съездим туда-сюда. И, короче, дальше будем смотреть. Мы первый раз вышли. Мы вчера только вечером приехали. Но сазана ловит вообще страшно. По 25 килограмм, по 30 там привозят. На кукурузу, короче. На коро, говорит, не берет. На кукурузу. Сейчас скажу. Карпомания с медом, что ли. Андрюх, я взял кого-то, блин. Ну, какую-то... Какого-то дрыща, блин, очередного. Блин, пипец вообще. Очередной дрыщары, блин. Ну, по-честному, за рот, за первый тройник, блин, бьет голову, блин.
просто весельная. Или спиннинг такой. Еще раз пройдем. Был тычок один. Был, да? Угу. Ну, бля, вот тычки сики, бля, Андрю, блин. Тычки — это самое важное, бля. Когда виснет, это говнище, бля. Взял на серебро, да? Страховка нужна? Нормально. Это наши номера. Мужской беспорядок. Там туалет с ванной. Тут, кстати, я сплю. А здесь вот про лестницу ребят спят. Я даже не знаю, что это за бардак. Ну, сейчас посмотрим. Вот здесь у нас три комнаты. О, три кровати. Как в пионерском лагере. Кондиционер есть, но он сейчас не нужен. Будем готовить ужин рыбу. Ну вот у нас и рыбка поспела. Вот такая вкусняха. Пару часов назад выловлен. Андрюша, Савел опять обувь ест. Андрюша, заканчивайте. Нет, вот это фанат, конечно. Так, а вы, Андрей Анатольевич? Я не чую. Просто чай. Так, ладненько, все, мы будем кушать рыбку. А с вами мы прощаемся. Завтра утром увидимся дальше. Так, ну что, у нас первая утренняя рыбалка. Сегодня был минус. Вот. Холодновато так, но мы оделись тепло. Даже варежки взяли. Вот. В переходе все это дело пригодилось. Сейчас будем пробовать ловить клыкастик. Немножко мы припоздали. Вот. Но ничего, в следующей рыбалке будем вставать пораньше. Все, ловить клыкастого. Так. Бандит? Нет, ставь трон. Хотя... Попробуй с бандосом пройди. У тебя же он, да, до 7. У тебя что-то, не помню, ты говорил, трон тебе копал там сильно. Зелененький агрессор что-то взял. Подожди, по твоей плетне, по-моему. Ну вот так. Не крупный. Вверх поднимай просто. Мелкие. Очень мелкие. Где мои трофеи, блин? Все, что можно. За передний. Прямо. Давай, плыви. Засранец. Так, что-то пока не очень. Поклевки есть, но бедовые. Сейчас еще раз зайдем. Так, зеленый трон, да? Белый. Белый, да?
Ну, наверх не выходит, уже хорошо. Неплохой. Поддавливает даже. Ну, неплохой, Андрюх, поздравляю. Хороший зачет. Зачет, Андрей. Держи краба. Хорош. Начало есть? Ну все, белый. Выручает. Белый ходок, да, сейчас выручил. Конечно, не сильно прям трофей, но, ребят, зачет. Это зачет, нормально. Хороший. Ну, здесь трешка, наверное, в районе трешки. Я, честно говоря, не помню, когда такого ловил. Так, стой, ты что-то не так делаешь, да? Так. Пацак, пока давай сюда. Бери его. Значит, смотри, бери вот здесь. О. Неудобно. Да, Андрюх, хороший район. Так, на агрессор 150-й, черный. Наверх идет. Почему винтом? Только не багр, бля. Щука, что ли? Щука. Андрюха, нет, наверх пошел, Андрюха. Покабрышься. Что, так подымешь? Да. Еще покабра. Пока просто сжимать надо, да, вот в этих местах и прям давить ей, даже, по-моему, чуть-чуть повышено. Есть. Сильно не поднимает, он сейчас лопнет, щеку мне засанет. Держи крепче тогда. Пускай он. Где наша рыба? Рыба, ты где? У Андрюши оригинальный бандос там косит. Маленький, да? Да, прозрачный такой. Щука, что ли, опять? Сюда чишка.
Маленький судачишка. Смотри, вторая проход, вторая рыба. Весь драный уже. Вот такой вот оригинальчик у Андрея. Причем у него почему-то одна сторона драная. Обратил внимание? Да. К мамке, к папке. Так, ладно, еще раз заходим. Так, что-то на 110-й. Старый добрый 110-й поставил цвет. Тоже он мне принес рыбку. Время без 15.11. Это Андрюха двух поймал. Дрыщей. Илюш третьего тащит. Ну да, здесь, наверное, киловожка где-то. Наверх он не идет. Нет, дрыщ. Реально дрыщ. Не киловожка. Так, аккуратно. Глазик не повредить. Давай. Бух. Есть какие-то дрыщи, Андрюш. Давай еще раз зайдем. Что-то тяжеленькое. Более-менее хоть что-то, блин. Какой нафиг трофей, Андрей? Ну, короче, хоть что-то. А как? Как у нас вы? Как у нас пришли к тому, какой-то в Нижнем Новгороде? А, я думаю, разогнул. Разогнул? Не, я... Как у нас пришли к тому, что такие экземпляры трофеи Я его не вижу. Нормально. Поздравляем.
Опять все то же самое сделал, только наоборот. Блять, а как ты брал? Ну, той рукой ты берешь за жабру. Вот это? Нет, за ту жабру. А, надо вот этой. Нет, ты опять сейчас все сделаешь то же самое. Во-во-во-во-во-во-во-во, все, вот так оставь. Вот, все, вот так держи, все, пипец вообще. Держи. Подрал? Что варганим-то? Да я сам не знаю. Лук жарю. Лук жаришь? И что, будем есть лук один? Нет, картошку сырую. Ну, понял. Короче, лук жареный, картошка сырая. Да. Я тебя услышал. Чего пальцы? Это же не фотография, я мазаю. А, ты не фотография? Друзья, мы, конечно, это камера. Ну что вы? Отдых класс. Вот. Да. Сазаны, во, пруд. А судаки? Судаки вообще идут просто. Вовы не очень догоняют. Ну, блин, они стараются. Ну, отлично. Отдых, класс, класс. Отдых нормальный, да? Вообще, Ахтуба вообще, это классно. Ждет. Всегда. Ахтуба это всегда. Хорошо. Песня? Миша пропал с крылок. А, Миша пошел. Да, тройка запчасть. Ты давай какой-нибудь ножичек. Где он четко? Палички поменяешь. Ну что? Дай с удовольствием. Вот. Миша, что? Ты на тарелку. Еще раз. Накладывай. Утром встанешь. Встанешь. Ну, вначале. Ну давай. Есть? Да. Лаки Джон. Подмочь?
Ну, подмочь не надо, я... Ой, как же приятно-то, блин. Так, Lucky John, Bassara, Soft, Swim. Глаз, конечно, уже отвалился, отклеился, но это оно у всех отваливается. Такая сапулька с первого заброса мне принесла сюда чамбу. Прямо от себя кидай, там видно, это как раз перепады идут. Куда, да? Ну, прямо от себя. Куда я кинул? В ту точку швыряй. Будем надеяться, что стайка стоит. Камеру выключил. Не рассчитывал на поклевку уже. Судак неактивный, к сожалению, неактивный. Рыбалка, скажем, не астраханская, как на водохранилище каком-то, только размер мельче. Погода ломается. Облака. Температура вроде наоборот поднялась. Вода радует, немного холодает. Приехали 13 градусов, сейчас уже 10,9. Может, водичка порадует. Застанем мы хотя бы градусов 9. Не собирается он, не кучкуется и в яму не уходит. На мелике пока стоит. Рыбу потрошили, вся пустая. Давай, Lucky John, стоишь ты бешеных денег. Свал в ямку. Кидаем где-то на... Ну, у берега-то вообще, наверное... метров на 6, по 8 проводим, а потом яма где-то на 14, на 15 метров.
места хорошие, перепады. С удачей места, но что-то как-то... Как скажет дядя Костя, партсобрания нет. Не кучкуется он. На троллинг тоже не густо. Крупного не попадается. Но за рыбалку так вот привозили мы. Взял, да? Вот, опять лакиджин отработал. Справишься? Да, помельче, наверное, предыдущего. Давай подстрахую. Проглатывает, в принципе, проглатывает приманку. Проглатывает ее хорошо. Но активностью это не назвать. Хотя вот подобрали сейчас вроде приманочку. Может цвет, может форма. Форма прогонистая. Цвет вот этот рыжий. Он даже не рыжий, он какой-то желто-рыжий. Андрюш, там взял, да? В начале. Да, в начале. Ну, где-то вот. Ну, я не знаю, сколько там, нет? Ну, короче, не на яме. Он стоит рядом с ямой, но не на яме. Хотя, знаешь как, хотя нет. Ну, половину я точно прошел. Ну, на свальчике. Ну, на свальчике, значит. Мы сейчас стоим на 15 метрах. Швыряй, швыряй. Джигом зацепиться. Покороче делай только. Покороче чего? Ну, покороче там делай, чтобы это... Хвост большой не болтался, что мозг мне не оторвать последний. Ну, два хвоста пока. До этого бросали такие более широкие приманки. Была тишина. Хотя нас немного стащило, мы стояли чуть выше, я зацепил какую-то коряжку и немного наш якорь сместился, может быть, место. Так, ну вот Андрей еще третьего тащит. Наверное, где-то мы забросов по 10 сделали. Да, что-то не крупное, какой-то килошник. Какой бойкий. Кидали джигом и постоянно цепляли. Отцепляли за
перетопленную бутылку. Там вот поплавок, когда воды было меньше. Вот она, бутылка. Андрюх, держи ее. Тихо, аккуратно. Тихо. Так, держи, блядь. Не то перерезаем. Вода прибавилась. Бутылка притопилась. Ее не видно. Она вот на таком капроновом шнуре, блин, который, за который все цепляется. Поднять нереально этот мешок. Пришлось обрезать. Да. Там что-то хорошее. Коронку тоже нашли его. Да. Андрюха, мы нашли его. Подожди, только стой. Андрюха, мы нашли его. Только кого нашли-то? Ой, Андрюха, подсак. Не знаю, подсак. Я пониже. Сазан? Да, ладно, сазан, что ли? Да. Дурдом вообще. Ты вообще кукушкой поехал, что ли? Желтенький. Багр. Да не. Ну как нет тебя? Да не. Ну, Андрюха, мне не. Ну все по-честному. Да, за рот. Блин, Андрюх, подними его. Подсак. Я лучше бы судак был, блин. Так, на минус, на белый, что-то непонятно. Аккуратно палки. Аккуратно. Он не крупный, наверное. Хотя нормально. Спин.
Я, наверное, справа смотрю. Окунь. Есть. Серьезно? Да. Давай. Не-не, все, лови. Лови. Бросай, забрасывай. Сюда чамба. Палка гибкая, дайвовская. Ну, слушай, неплохой. Зачетный. Слушай, ну козырный. Смотри, как обрубил его. Красный, да? Красный цвет. Держи, не форсируй, субнуй давай. Я говорю, видишь, цвет подобрать надо. Блин, что-то мы делаем не так. Всплывает? Обидно. Всплывает, значит, не крупный. На всякий случай. Поддавливает вроде, да? За кончик. Прям берет за кончик, за хвостик. Прям раз соскочил просто вообще. Mm-hmm. Просто берет за кончик. Вот. 40 сантиметров где-то, 42. Подожди, Андрюх, сразу давай правильно поставим. Вот так. И вот эту наполовину закрыть. Как-то так. Ударчик слабенький. Но красный. Красный у тебя довольно-таки часто выстреливал. Красный трон. Сейчас еще раз ходку сделаю. Я поставлю красный бандит. Такой у меня старый, оригинальный. Очень древний. Я раньше хорошо ловил. Попробуем. Ну, красные цвета в сентябре хорошо работали. По утрянке именно.
А Андрюхе даже, по-моему, и днем удары были выстрелил. Днем, да, честно. Берет очень аккуратно. В принципе, всех, которых мы поймали, крупных, мелких, неважно, все берут как-то аккуратно. Парадоксально вообще. А, вода 10,9, приехали, была 13,5, падает. Вчера была 11,3, сегодня уже 10,9. Будем надеяться, что нам улыбнется удача. Пробили еще одно место, и что-то как-то тишина. Одного взяли, где-то на 40 с лишним сантиметров, и все. Парадоксально, но что-то с судаком случилось, и он почему-то не клюет. Вот, будем сейчас искать его еще вдруг, ну, в другие места поедем. На ямах сильно тоже не клюет. На мелике мелочь. Непонятно. Закоряженные места вот пытаемся проходить, но тоже пока как-то не очень. Ищем. Поедем дальше. Впереди три коряги. Сейчас попробуем вдоль коряг пройти. С этой стороны подъем на 3,5 метра. Ну, получается, идем вот так по пробке. С одной стороны пробка, с другой стороны коряги. Сейчас попробуем. Судачок вроде бы есть, пока не крупный. Рельеф хороший. Я на тебе там повис. С какой стороны вопрос? Так, отработал зеленый. Нет. Ну, поздравляю, двушечка здесь точно. И опять зеленый. И зарвут за первый тройник. Так, зеленый. Ага, так, бандос. Сейчас еще раз зайдем. Рыба здесь есть, вроде бы, не хавать. Синий пока молчит, пока менять не буду. Против коряг. Здесь коряжник. Нет, за первый. В голову убил. Да, мы его нашли, Андрюх. Тихо, родной. 224-й отработал. Чёрт, этот синенький. Но помельче у меня. Не так возьму. Как первый? Не, чуть поменьше. А, как тут первый? У нас уже 3, что получается? Угу.
Ой, думаю, лучше. Вроде бы нашли. Продолжаем ловить коряшки, мель. И идем между мелью и корягами. Продолжаем. Так, застежки лидер. Сейчас я вам покажу. Уже одну выкинул. Тут вот специально оставил. Вот. Думаю, оставлю, чтобы вам показать. Да? Называется застежка лидер, блин. Где петелька-то? Вот такая прямая проволока. И все. Это уже вот вторую такую нашел. Да? Надеюсь, вам видно. Купил Илюша себе, да? Лидер называется. Тут все какая-то хрень. Да? Вот так вот. Херач, давай. Назови-то себе, блин, как-нибудь по-другому. Но точно не лидер. Еще одну точку мы прошли. Половили где-то с 7 до 8 и все выключилось. Вот, сейчас поедем дальше, попробуем в других местах попробовать. Вот, потом сюда еще, может быть, вернемся, посмотрим. Вот, работал в основном, не в основном, а зеленый 217, зеленый с желтым, 217 цвет от Герман Бандит. Вот, а я перепробовал разные приманки и что-то как-то очень плохо. Ну, все хуже работало. Друзья мои, у нас последние рыбалки, крайние, скажем так, да. Утро у нас уже пролетное, еще у нас, значит, вечер, и, наверное, все-таки утро еще одно. Погода испортилась, сейчас опять налаживается, утром были тучи, ночью они, походу, были, сейчас вот опять какие-то просветы, крутит-вертит, ветерок поднялся, температура воды сначала падала, мы приехали, была она 13,5, сейчас она 11, падала до 10,8, 10,7, по-моему. Сейчас опять поднимается, сейчас 11. Трофея поймать мы так и не смогли. Вот самые крупные были у нас в районе трешки. Несколько хвостов мы таких зацепили, и все. Остальные, все, скажем так, ну, килошники. Килошники, это которые больше 40 сантиметров. Вот. К сожалению, как-то так. И основная масса, в принципе, таких вот, да, грубо там кило 100, кило 200, там полторашки, они были пойманы где-то на глубине, ну, наверное, от 5 до 8 метров. То есть, если, допустим, свал там есть на 8, то вот, грубо там, по 5, по 6, там на 8 раз свал. Вот в таких местах вот мы ловили. Вот, или просто на каких-то, допустим, перепадиках, там, с 5 на 6, там, какие-то такие вот там, до 7. Вот. Ямы все пораздили, что-то особо на ямах ничего нет. Жгиты тоже особо ничего не ловят. Мы ничего особо не поймали. Короче, как-то так. Ладно, посмотрим, что будет. Еще вот три рыбалочки у нас, как получается, вечерние и утренние. Сейчас вот что-то доходит, там, пару часиков. Может быть, что-то повезет. Шансов что-то особо нет. Куда не сидеть? Давай, чайка, давай!
Давай, давай, пошел, пошел. Давай, давай. Давай, 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 давай. Все.